Добрейшее утро, дорогие мои. Ну что ж, у меня с утра, как обычно. Утро начинается не с кофе, а шумит чайник. Шумит чайник. Утро начинается с разбора всего. Ну правильно, мать вчера в загуле была. Мать это я. В загуле это я у Лены была. А мои мальчики тут хозяйничали. И мне нужно будет это все разгрести, тут убрать, навести порядок. Нескромную чашечку воды с утреца. Все в старых добрых традициях. Вы знаете, кто меня разбудил? Я бы, наверное, еще бы часов два бы поспала, но мне полчаса назад позвонил курьер по доставке этих перчиндосов. Я же перчатки заказала. Спасибо всем, кто мне напомнил, потому что я такая тетя Мотя, что я могу и забыть. В общем, вы мне напомнили, я купила перчатки, мне их сейчас должны привезти, доставить. Вот он мне позвонил, говорит, я скоро буду у вас, скоро вот я и хожу. Мне даже пришлось заговорить, проснуться и сразу заговорить. В общем, ваше здоровье. Вода аж горячая. Горячая! Я сказала доброе утро. Просыпайтесь, мои хорошие. Нас ждут 150 миллионов секселярдов дел. Вон еще уборка на столе, кондица этого всего. Погода у нас какая? Да нормальная. Снова снег идет. Потихонечку, хлопьями идет снег. А у меня тут целая куча. Надо бы, наверное, цветы посадить. Вот знаете, я хочу посадить семена для рассады. Но я боюсь, я сейчас уеду в Рязань, и эти семена крякнут, потому что за ними никто не будет ухаживать. Никто на них даже не обратит внимания, понимаете, пополивать и все прочее. Орхидеи-то, у меня муж говорит, а что ты не сказала поливать? В общем, я переживаю, что просто-напросто мои семена крякнут. Не знаю, что делать. А посадить уже надо, потому что время уже февраль почти. Ну, у меня в июле там зацветут эти калибрахо и все остальное. Что делать? Таблетки посадить и написать прям, чтобы или звонить, говорить, иди вот сейчас поливай. Я сама с такой памятью, когда перед глазами я пришла, полила, увидела, сделала. А когда перед глазами нет, так я и сама не помню. Почему так? Не поворачивай туда, я не могу на это смотреть. На столе бурдзель. Натуральный бурдзель. Да затыкайся уже. Леночка вчера сам сушек дала. Две штуки осталось. Это с собой она. Две штуки. Штук, наверное, 8 она. Мальчикам понравились. Еще бы. Согласна с мальчиками полностью. Все. Ой, лицо не намазала, аж сохнет. Сейчас пойду на мазяку. Доброе утро, дорогие мои друзья. Просыпайтесь. Нас ждут великие дела.